Здравствуйте. Заходим в двухкомнатную квартиру площадью 58,6 квадратного метра. В прихожей площадью 8,4 квадратного метра вы сможете комфортно собираться на работу. Поставьте гардероб и зеркало во весь рост. В санузле площадью 4,6 квадратного метра уже установлена сантехника. Мы проходим в жилую комнату площадью 18,6 квадратного метра. Если вы поставите кровать напротив окна, то по утрам будете любоваться видом на горы и панорамой морского неба. Перед нами кухня-гостиная площадью 22,7 квадратного метра. Представьте вечер с друзьями. Вы за барной стойкой наполняете бокалы. На мягком ковре гости разыгрывают партию в настольную игру. Выходим на застекленную лоджию 5,2 квадратного метра и открытый балкон на 3 квадратных метра. Добавьте в интерьер кофейный столик и кресло. Воплотите здесь идеальное место для встречи рассветов, закатов и разговоров по душам. Югстройимпериал. Жилье со знаком качества.